Покажите врагам, что это ваша Калиф на час. Захватывайте зоны. Ну ладно, хоть перезаряжается более-менее. Враг захватил зону А. Вы захватили зону С. Одно ХП. Опа. Бен Стиллер. Враг захватил зону Б. Зона А захвачена. Получено преимущество. Как же он бегает со своим луком? А можно больше лучников? Я пошутил! Это их остановило. Это их остановит. Закрыть двери. Время пришло, страж. Они вот-вот сюда прорвутся. Не может быть! Зона Б захвачена. Ну и где же наши дроидики, блин? Преимущество по зонам. Куда им тягаться с дроидиками? Они проходят через шахту вентиляции. Для этого и нужны боевые группы. Допустим. Как же он тебя кшотит? Как он меня достал со своим луком, ну серьезно. Зона С захвачена. Тотальное преимущество за вами. Попробуйте его удержать. Зона А потеряна. Раздали всем луки, прости господи. Зона Б потеряна. Получено преимущество по зонам. Куда не придешь, везде тебя караулит какой-то хрен с луком. Что это ульта сквозь стену убивает? Мертвый враг никого не убьет.
Осталось 5 минут. Отличное начало. Не опускать оружие. Больше, больше луков. Зона А захвачена. Тотальное преимущество за вами. Не, ну это идеальная пушка, чтобы спину убивать 100%. Перед не мастер. Чистил как мог. Если продолжать в том же духе, победа не за горами. У вас отлично сработанная команда. Продуманная тактика – залог победы. Эти зоны за тобой, как за каменной стеной. Твоя железная воля нужна и за пределами горизонта. Я думаю, я на последнем месте. Вот так вот, стандарт.